Надеемся, что открытие учебного центра при региональной библиотеке будет способствовать повышению значимости библиотек в качестве площадок для повышения экономического и социальных возможностей Гагаузии путем использования доступа к информации и услугам публичных библиотек. Новотека открывает широкие возможности для активных инициативных работников, превращает однообразную, иногда рутинную работу библиотекаря в настоящее творчество, приносящее большое моральное удовлетворение и большую пользу для тех, кто во благо кого это делается. Это наш читатель. У нас в Гагаузии работа библиотеки в каждом населенном пункте, работа библиотеки в школах. Но, к сожалению, надо сказать, что ресурс библиотеки в последнее время не совсем используется. Ресурс остается... Тут есть две проблемы. То, что ресурс остается на уровне десятилетней давности, и фонд «Заислава» пополняется, есть другая проблема, что у нас информационные технологии наступают на нас очень быстро, и, к сожалению, в последнее время больше предпочитают пользоваться интернетом и больше черпать информацию оттуда. Это такая негативная тенденция, которую мы с вами должны будем исправить в ближайшее время. Интернет – это окошко в мир, как говорят, но не все источники интернета, они являются достоверными, не всегда они являются правильными, как правило, они являются однотипными по запросу одной и той же информации. В то же время, работая в библиотеке, можно черпать информацию из разных книг, из разных источников и знакомиться с мнениями различных авторов, а не только то, что выставлено в интернете. Поэтому вот этот проект, который мы сегодня запускаем в Камрате, я думаю, что позволит нам всем с вами убедить наших жителей Гагаузии, наших школьников, в том числе наших студентов, студенческую среду, в том, что библиотека может существовать вместе с компьютером, с современными технологиями, с интернетом. И все это может быть вкупе использовано с намного большей эффективностью. Первоначально у меня было такое стереотипное мышление того, что этот фонд просто предоставляет компьютеры для библиотек. Это очень поверхностное мышление, да, очень поверхностное. Это школа. Это школа, и когда сами библиотекари Республики Молдова поймут, что этот проект в первую очередь направлен для них, в новых условиях, когда дети начинают все меньше и меньше читать, в процессе действительно преобразования библиотек в коммунитарные центры и предоставление очень многих услуг, тогда начинаешь совершенно по-другому смотреть на эти вещи. В 21 веке доступ к информации не просто имеется в виду книги, как всем очень известно, а в библиотеке посетитель может получить доступ к информации, к знанию, к обучению по разным навыкам рабочим, по информации о здоровье, например, по услугам государственным электронным. То есть здесь действительно человек обладает всему, что ему нужно. Любой посетитель может прийти и получить информацию, получить то, что ему и ей нужно в этот момент. Хоть это ребенок, хоть это пожилая женщина, это очень важно. Вы должны оценить это и еще понимать, что это не просто вклад в развитие одного человека, это вклад в развитие всего общества. И в конце концов, всей стране. Я очень рад, что я могу сказать сегодня, что уже в нашей программе, в нашей сети есть почти 500 библиотек. И у нас есть очень много статистик, очень много историй, очень много доказательств, что эта программа может поддерживать библиотек, и библиотеки могут поддерживать развитие сообщества. Поэтому я хочу тоже, конечно, сказать, что библиотека – это не только комната для книг, не только центр для компьютеров. Это общественный центр. И если про Марию здесь, если они могут поддерживать немножко библиотеку, библиотека может очень много поддерживать при Марии и поддерживать развитие ваших сообществ. На раз, два, три. Раз. Вот еще один лаптоп, чтобы если на мобильный тренинг дети проводить. И каждое рабочее место у нас оснащено очень хорошим компьютером.
центром с современными характеристиками. Так что можете к нему ставить номер телефона.